1995 год подарил нам игру на Sega, в которую мы с удовольствием играли, которая называется Spyro. Это такое интересное приключение платформер в виде, конечно же, приключений Тинтина, да, если такое. Мы будем путешествовать по американским городам и, конечно же, не только. В общем, приключений будет много, они будут интересные. Итак, начало. Нью-Йорк. Очень классная игрушка, редкая игра, между прочим. Так, у нас есть напарник. Так. Такой забавный у нас пацаненок. Утёк. Аккуратно. Игра не из легких. Так. Ой, опасно. Нам надо собирать обязательно все эти штучки. Шляпки своего рода, да? Аккуратно, аккуратно. Оп, все, ползем. Так. Фига. Эх, одну не взял. Ой, псина. Тихо. Давайте еще раз попробуем. Хотя можно и туда, ну давай все-таки. Все. Вперед из песни. Так, птица. Есть! Отлично. Так, псина. Тихо, тихо. Давайте наверх залезем. Ой, птица. Так. О, вот и жизнь. Хорош. Толкай свою дряную тачку. Так. Ну что, придется обратно, а как еще? А, подожди, наверное, нет, не получится. Блин. Ой-ой-ой-ой, тихо, тихо. Нет, ай, вот. Казалось бы, ничего не нажимаешь, он сам просто заходит. Давай, залази. Отлично. Эх, еще чуть-чуть, как говорится. Ну, игра требует сноровки, конечно же. Тут без этого никуда. Псина. Ну давай, давай, почти. Друзья, это игра Spyro. Мы с удовольствием ее проходили в свое время. Она была не из простых. Но мы все-таки как-никак старались. И, конечно же, мы кайфовали от классики. Да что
ты будешь делать? Ну не хочет он, да что ж такое? Все, ГГ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы смотрели в наше прекрасное прошлое. Так. И радовались тому, что у нас было, и получали незабываемое удовольствие. От прекрасных игр на Sega. Да, она была на Sega. По крайней мере, я познакомился с ней на Sega. Тихо. До новых обзоров. Также у нас есть помощь автору, да, нотариусу. Будем очень признательны. Пип-пип. И мы обязательно встретимся в этих прекрасных приключениях. Разных героев. Welcome back.